Была любимая игрушка, это кукла. Мир очень легко потерять, очень легко. Конечно, я волновалась, конечно, мне было страшно. Попереживаешь, попереживаешь. Ну, а так, чтобы реветь, да разное бывает в жизни. Когда я проголосовала против пенсионной реформы, ко мне подходили из фракции «Единая Россия» депутаты. Мы, женщины, должны оставаться нежными. И им ходить честь отдавать. Тот, кто встает против течения, ему тяжело, он один, ему страшно. Скорее, это будет политический папа, не нарушать закон. И говорили: «Наталья, какая ты молодец. Спасибо, что хотя бы ты смогла проголосовать так, как надо. Меня так хотят представить, что Поклонская против всех». Я никакая не героиня, я просто делаю свою работу. Если соберем волю каждого в одну волю, тогда мы выстоим.